Одна из интересующих делегацию тем – проблемные недостроенные объекты. Сейчас в Челябинской области насчитывается порядка 6 тысяч дольщиков. В нашем регионе эта цифра наполовину меньше. За последние несколько лет в Самаре активно достраиваются крупные объекты. Один из них – долгострой на улице Карла Маркса. В недостроенном состоянии дом на Карла Маркса был больше 10 лет. Это один из самых крупных недостроев в Самаре. Все это время свои квартиры ждали 314 человек. Работы здесь возобновили в 2014 году. Достраивал здание областной фонд жилья и ипотеки. Работа регионального фонда заинтересовала участников делегации из Челябинска, где создана похожая организация. Хотим изучить опыт Самары в части работы фонда именно с программами переселения. Мы слышали вот о вашей программе «5 кварталов». Это нам весьма и весьма интересно. И хотим попытаться что-то подобное реализовать у нас. Вот этот взаимный обмен, который произойдет, и взаимное общение придаст дополнительный импульс к дальнейшим каким-то изменениям, может быть, или дополнениям к тем программам, которые работают вот на территории, где идет комплексная застройка. Также особое внимание гости региона планируют уделить темам строительства доступного жилья в рамках социально ориентированных программ, строительству арендного жилья и участию в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.